Практически по всем видам работ, которые у нас стоят в плане, показатели положительные. Значит, по гидравлическим испытаниям, которые являются для нас сейчас самым главным действием, мы закончили по практически 43 котельным тепловой сети, по ТЭЦ-1 Восточному воду, котельница, ТЭЦ-1 3, Самарский, Континент, Утес, Патронный завод, Репино. Сейчас ведутся гидравлические испытания по Западному воду ТЭЦ-1. Мы 7 июня заканчиваем и по южной районной котельной. Там мы до конца 29 числа должны работу закончить. В плане у нас гидравлические испытания по ТЭЦ-2 с июня месяца. И остается по теплогенерирующей компании и по комете. Это на 15 июня гидравлические испытания намечены. В целом по управляющим организациям процент готовности 19%, по соцкультбыту на уровне 12%. Есть ряд замечаний, отставаний по началу работ промывки и опрессовки по управлению образования. Это связано со спецификой начала работ, поэтому мы считаем, что здесь никакого отставания нет, и к первому числу показатели будут выровнены. Это мы очень тщательно разбираем на штабах по прохождению и подготовке отопительных сезонов, где рассматриваются организационно-технические мероприятия и расчеты по долгам. Поэтому в ежедневном режиме наши специалисты комитета жилищного коммунального хозяйства отслеживают ход работ с выездом на место. В том числе это связано и контролем за исполнением топливо-энергетического баланса. По гидравлическим испытаниям по 2015 году мы имеем 273 форели, из которых устранены 111 и в работе 162. В сравнении с прошлым годом не устранено было 124 на этот момент, в этом устранено, не устранено 162. То есть у нас есть большое поле для работы. И значит, коллективы наших предприятий, теплоком и теплосервис, особенно, которые находятся в очень трудном финансовом положении, принимают все меры для этого. Но есть ряд задач, есть ряд тех проблемных вопросов, которые мы намерены решать и решаем их в каждодневном режиме. Это связано в основном с расчетами за ресурсы, с тем, чтобы подпитать финансовые предприятия для полноценной ремонтной кампании.